Часику радость, чифер сладость, дорогие хиканы, и сегодня у моей бабули день рождения. Ба, сколько тебе лет исполняется? 83 года. Ну и как ты ощущаешь себя на 83 года? Что изменилось в твоей жизни? Здоровье очень упало. Ну, конечно, вот, ба. Особенно за этот год. Ну, ладно, ба, хорошо, так все понимаем, что не каждый из нас, далеко не каждый доживет до 83 лет. Ну что, ба, хотим тебе пожелать, что тебе уже желать? Просто здоровья. Здоровья. Да. А сегодня, ба, расскажи, где ты была? Соседа хоронили. Сосед умер. Как похороны прошли? Ну, как похороны. Хорошо, сейчас очень хорошо облегчение людям сделали. Все, и автобусы, катафалки, люди, которые вынесут, которые опустят, похоронят. Ну, сервис хороший. Да, сервис хороший. Ну, вот, прогресс, как говорится, не стоит на месте. Хоть после смерти сервис будет хороший, если при жизни не очень. Ну, что, как, потом вы потусовали на поминочках? На поминках была? Конечно. Как поминочки-то прошли? Хорошо, очень. Как вы поминали? Какие блюда были? А, всякие. Что перечислить? Ну, номенклатуру блюд, да. И рыбка, и печеночка, и буженинка, и колбаска, и сыр, и борщик, и картошечка, и курочка, и селедочка, и в общем. А водочка была? И водочка, и вино очень вкусное, хорошее. Ну, ты сегодня что накатывала? Я ничего не накатывала. Я полстопки винца выпила. За упокой. За упокой. Да. Ну, у тебя хоть сегодня там компания была, то ты все со мной на мою постную харю смотришь. А там ты хоть у тебя было хоть какое-то развлечение, интертеймент? Нет, как уже на поминах развлечений. Ну как, а все эти там анекдоты, cool story? Там всего 10 человек, родственники и все. О, я там думал, у вас там целая делегация. 10 человек, всего-навсего. Это включая жену, включая дочку, включая зятя, включая внуков. В общем, все свои. Так тебе там скучно было? Нет, это мне без разницы. Ну, поминки, в общем, хорошо прошли. Да. И похоронами довольна. А как похоронами довольна? Закопали, да и все. Дело не в этом. Дело не в этом. Я имею в виду то, что раньше там это целые головняки были, а сейчас раз и да, раньше же сами ямы копали, надо было копачей найти, заплатить им большие деньги, чтобы они выкопали. Сейчас все готово. Яма готова, катафалка, гроб готовый, все для гроба, в общем, даже побрили. Ну вот это да. Да. Домой пришли и даже побрили. Искупали дома, побрили, одели, обули, гроб положили. Вот так бы. Так что. Легко и грациозно. Ну, я же говорю, хоть после смерти будет покой. Ну что, ба, ладно, про твою тусовку на похоронах мы все узнали, услышали. Ну, хоть день не зря пошел, не скучно. Смотри, ба, в этот раз, вот смотри, 9 упаковок, в 9 упаковках, вот, хиканы, вам задача будет, в 9 упаковках, сколько тут, 12 штук, да? То есть 9 умножьте на 12, сколько, ба, получается? 108. Ну, вот, да. Не, абсолютно, ба, все, в этот раз, ну, конечно, немножко там меньше. Ничего, большое спасибо, хлопцы, большое спасибо вам. Вы умники, вы меня выручаете уже несколько лет подряд. Да. Так что спасибо вам, спасибо. Но главное, что галочка, чтоб выздоравливала быстрее. Естественно, баба, ничего страшного. Да, ничего страшного, что меньше, больше, это дело нажитое. А главное, чтобы здоровье у человека было. Да, тем более, молодая галочка-то наша. Так, сейчас, хиканы, мы баночку какую-нибудь вот вскроем, показать срок годности и то, что все честно, все без обмана. Так, чтобы мы просто потом ее обратно засунули. Так, а видишь, ба, тут вот какие-то банки вот такие теперь, какие-то с выбоенными, рифленые какие-то делают. Так, смотри. Ну-ка, дай посмотри. Сейчас, погоди.
1.03.18. То есть это первое, что там у нас? Марта, да. Сейчас просто я сфокусирую, чтобы, наверное, видно сейчас. Первое. Да, видно, все отлично. Ну просто вот посмотри, видишь, вверху и внизу они какие-то вот форма банки другая. Ну это ничего страшного. Ну да, а так все. Лишь бы тушенка была тут хорошая. Не, тушенка, ну как и в предыдущие разы, все отлично, вон видишь. Все видно, что, как говорится, что на витрине, то и в магазине. Сейчас я обратно засуну. Да. И еще давай на всякий случай какую-нибудь еще одну вскроем сейчас. Давай, какую, чтобы... Ну, давай. Короче, давай вот эту, допустим. Не, это просто принципиально, чтобы все было по чесноку, без обмана. Сейчас я вскрою, чтобы не прерывать съемку. Сейчас. Так, аккуратненько, чуть-чуть. Так, вот. О, а тут вообще 2 марта. Сейчас. Не знаю, видно или не видно. Ну, вроде видно, ладно. 18-го. Ну, конечно, 18-го. Главное, 18-го года. Ну, конечно. Там дали то, ну, что надо. Все. Ну, естественно, март... Это банки другие. Ну, да, банка. Вот, хиканы, видите? Оно тут вверху. Ну, как-то вот... Ну, я... Вот, да, видно. Оно отличается. Ну, банка какая-то... Видимо, форма другая или еще что-то. Ну, что, посмотри. Вроде как... Вроде все отлично. И от тебя давай какую-нибудь финальную телегу нашим дорогим телезрителям. Дорогим ребятам. Ребята, дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам долгой жизни. Умники вы. Вы уже несколько лет выручаете меня. Ну, не несколько, года три, наверное, точно выручаете. Ну да, с 15-го года. Вот. Так что спасибо, большое спасибо. Да, главное бы долгой и счастливой жизни. Потому что можно жить долго и мучиться, а можно жить долго... Долго счастливой жизни, да. Ребята, и, спасибо. И чтобы не часто посещали похороны. Ну, но для тебя похороны сегодня такая тусовочка была, можно сказать. Ну, ты хоть развлеклась и там нормально так отметила день рождения. Ну, это, можно сказать, да, такая немножко профанация, но над этим как шутить. Ну, такой черный юмор. Вот. Но все-таки хоть что-то, хоть как-то. Ну, не на меня смотреть, как я тут сижу в заперти. Вот. Ну что, Ба, с днем рождения тебя поздравляю. Спасибо, тоже спасибо. От себя желаю вас здоровья, потому что больше, а что тебе еще пожелать? Уже и нечего. Спасибо вам, хиканы. Благодарю вас от всей души. И, кстати, хотел заметить, что, ну вот, кто-то там может возмутиться, сказать, вот, типа, мало, меньше, вот, Галя и все такое. Нифига подобного, потому что бабуле это хватит, потому что, ну, сейчас мне не до тушенки, я вам сниму отдельный ролик. Почему не до тушенки, и все будет ништяк. Что, комментарии я к этому видосу, естественно, закрываю. Во избежание провокации, надо было под Галиным видео тоже закрывать комменты. И хочу вас от всей души поблагодарить. Вы, ну, это действительно неоценимая помощь. Спасибо вам, ребята. Да. Низкий поклон. Еще раз с днем рождения. Всем пока, до новых встреч. Спасибо и им спасибо, ребятам.